Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Александр Горячий, компания Fresh Forex. Сегодня у нас вторник, 7 февраля, и мы начинаем вебинар «Ежедневный обзор рынка». Из важных новостей сегодня необходимо отметить отчет из США. Он будет опубликован в 16 часов 30 минут по московскому времени. Мы получим данные по торговому балансу США за декабрь. На мой взгляд, сегодня мы увидим плохие данные, что вызовет коррекцию по американской валюте. То есть американский доллар будет демонстрировать снижение к евро, фунту и к японской иене соответственно, и также другим валютам. Почему сегодня мы можем увидеть плохие данные? Вполне логичный вопрос возникает, и я думаю, что ответ здесь кроется в высоком курсе американского доллара. Курс валюты оказывает сильное влияние на торговый баланс. Если курс доллара растет и растет очень сильно, то это уменьшает экспорт, потому что американскую продукцию плохо покупают на внешних рынках. И это увеличивает импорт, потому что иностранная продукция, допустим, китайская, японская, европейская, которая поступает на американский рынок, она становится дешевле, и американцы могут ее больше покупать. И, соответственно, наоборот, когда курс доллара снижается, то это увеличивает экспорт, потому что американская продукция дешевеет на зарубежных рынках и приводит к удорожанию импорта, потому что та же самая китайская и японская продукция становится дороже, и американцы уже могут от нее отказываться. И если посмотреть, что у нас было по американскому доллару, в четвертом квартале 2016 года, данные сегодня за декабрь, за последний месяц четвертого квартала 2016 года, то здесь у нас можно увидеть сильное укрепление американского доллара по отношению к основным валютам, и, соответственно, здесь можно сделать вывод, что экспорт в итоге у нас уменьшается, а импорт увеличивается. Таким образом, сегодня плохие данные по торговому балансу могут вызвать коррекцию по американской валюте. Желаю всем успехов. До новых встреч.